Смотрите, как классно у меня сегодня проросли уже ростки ржи. То есть с муки, если размолоть, то делается ржаной хлеб, кто не знает. Сегодня 1 апреля 2020 года, и когда мы все находимся практически почти все дома, то для повышения иммунитета мы можем проращивать себе вот такие зерна. У нас есть время, и если есть зернышки. Конечно, они немножко проросли уже больше, чем надо, потому что уже появились, смотрите, корешки, не только вот побеги. Нужно, чтобы было где-то 2-3 миллиметра побег, а здесь уже есть и, вот смотрите, корешок и вот этот вот побег такой вот. Но, тем не менее, почему я так оставляла между двух марлечек долго, потому что не все они прорастали, а этих зерен у меня мало, поэтому я решила, одни прорастут больше, другие меньше. Ну и в общем-то польза от них по-любому будет. Сейчас я их немножко вот так просушила. Зерна эти можно хранить несколько дней в холодильнике, но для этого их надо измельчить, чтобы не продолжался их рост. Дальше эту вот такую кашу, вязкую, такую настоящую, вкусную, полезную, выкладываем на тарелочку. Добавляю чайную ложку меда. При желании можно добавить сюда еще любые орехи. Предварительно, конечно, их нужно измельчить. Орехи придадут еще дополнительный вкус и запах. Ну, естественно, полезность этим конфетам. Еще раз это все тщательно перемешиваю. И от таких конфет не откажется даже самый привередливый ребенок. Он даже не поймет, что это за конфеты, что здесь в них. Можно, конечно, сюда еще потереть даже кусочек шоколадки или же добавить какао, но я этого делать не буду. Сформировала небольшие такие шарики, а сверху можно еще натереть шоколадкой. Накрываю это все пленкой пищевой и ставлю пока что в холодильник. Можно в холодильнике не ставить. Сейчас буду пробовать эти конфетки. Прошло почти 2 часа. Ну, что я скажу, если мед, конечно, то они будут мягкие. Но на вкус сейчас я попробую. Очень вкусные, очень необычные, очень ароматные и, естественно, полезные. Так что делайте такие необычные, ну, можно назвать их все-таки конфетками больше, чем какой-то пастой или, ну, не знаю, как, какое название вы дадите. Но я даю им как конфеты, потому что, действительно, они, ну, это десерт. Это сладость. Это сладость не только от меда, а и от самих ростков ржи. Вы знаете, что ростки, они имеют такой немножко сладковатый вкус, плюс орех, ну, и шоколад сверху. Короче, делайте такие конфеты. Будьте здоровы и до следующих видео.